Всем привет, мотогоны! Сегодня у нас просто будет мотопрохват, прокатимся по городу, будем просто проводить как-то день, вечер и, в принципе, сами все увидите. Не забывайте то, что у нас каждая 1000 подписчиков, я провожу конкурсы и будем разыгрывать призы в прямом эфире. Проехаться, а ты что? Я катаюсь. А? Я катаюсь. А что, тебе Ярик писал, звонил? А? Ярик писал? Писал. Ну а что ты? Так поехали. Я не хочу, короче, до вчера, чтобы ты понимал, пришел. Ебать, тупо вдохнуть не мог. Я думал, что когда что катаюсь, понял, потом это хуйня, что, блядь, на клетку, да? Я даже всем заебал. Закатаюсь 2 часа подряд. Да? Да, лучше отъедь, а то девушка сейчас тебя... Подожди, она сейчас туда спадет. Это вообще хорошо, опасно, опасно. Короче, стою, все понял, блядь, подержи, пожалуйста. Блядь, залетаю в этот вайбер. Патрульня, это полиция Кременчук. Ну, охренел, ебать, такой, ебаный, вроде. И что? Ну ничего. Он сказал, типа, если тебя стало примучи, я звоню. А. Да я же думал, так я не сделал. Ехаю поздравить нашего мата-брата Ярика, у него сегодня день рождения, поэтому заедем, поздравим, посмотрим, что как и поедем дальше. Алло. Здоров. Здоров. С днем варенья. Спасибо. А где ты есть вообще? А сейчас еще подойду на гараж. Да за столом в маркет сходили. Я. А скоро буду. Давай, да. Ты уже подъехал? Ну да, ты же сказал на 6 на 7. Ты на гараже не маникал? Нету. Не, да там молодости будет. А. Я понял. Ну давай, Вова, скоро буду. Давай, да. Давай, 5 минут, я на месте. Давай. Вова, привет, привет. Привет, привет. Что вы? Катайся? Ну да. А вы как дела? Нормально. Ничего, бля. Что у вас тут нового интересного? Ничего, базы построили. Кого? Базы. Базы? Да, около моего двора. А. Нормально. Вова, а ты можешь нас за 9 или прокатать? А сейчас не, человека жду. А-а-а. Может потом, когда привезу. По городу сейчас поснимаем, а потом через часик, ну потом, да, как заведем. У меня у папы мой красный разобрал мотоцикл Карпаты, да? Мы его из села забрали, то сейчас папа смотрит, собирает его. Ага. У него там искры нет, он простоял в разобранном виде, ну провалялся. А да ты можешь быть, когда ты приедешь? Да ты можешь быть какой-то приедешь. Я сюда приеду. Куда человека еще? Привезу. Ты опоздала. Видишь, что происходит? Угу. Экипируйся. Надо было за лямки тянуться, за нижние. Ну это что-то неправильное. Ну да. Вот так. Вот так в основном берутся. Вот так, чик. Взяла. Взяла вот это все. И накидываешь.
А задний? А, нет, там немає диска. Він горячий буде, по-любому. Не задній. З карману все повбирала, щоб нічого не повилітало. Помнишь, да, как ездить? Угу. Как сидеть, главное. Все. А если что, опустишь, когда будет дуть. Можешь завести? Да. Ты сейчас просто положи. Давай положи. Порядочек. Ты когда едешь, ногами я тебя не чувствую, бывает порой, как будто тебя нет. Тут держись крепко ногами, ну и руками, там можешь обнять, там еще что-то. А ты прям как знал, что я здесь буду, да? Ну, да. Я вставать буду, мне надо заправиться. О, гуд. А видишь как? Собачка, такой собачка, это такое думает, блин, что это за собака или что это? Здрасте. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Дышать в открытое окно и повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй. Говорю, сегодня праздник какой-то, я что-то не знаю. Не знаю. Или просто воскресенье. Ну что, ты как дела? Отлично. Ты с дома выходишь? Угу. Доказательство. Не видел ни одной фотки, что ты где-то на улице с кем-то. Что за дела? Завез я девочку, еду сейчас на Власовку, встречусь с пацанами, сыграем биль, а там посмотрим. Вот падла, и не падает. Thank you.
выяснилось, такой я себе бильярдист, поэтому лучше поеду покатаюсь. Каждую 1000 подписчиков будем разыгрывать призы и то, что на 10 тысяч разыграем мотоцикл. Дальше больше! That I'm legit, y'all can't fuck with the boy. I mean, you can try, but I still play with them toys. Big as your big homie, they make plenty of noise. Like your snitch homie, keep them round, case I need to bust. Like your bitch homie.